Мы рады видеть вас в городе Южноукраинске, в городе энергетиков, в стенах храма Христа Спасителя. Мы благодарим вас за ваши молитвы во славу Божию за Украину. Берегите себя. Спасибо, Господи. Все Боже и вижди, и посети виноград сей, и утверди, Его же насади, десница Твоя. Владыка, дорогой Алексей, я желаю, чтобы вы впредь трудились на благо Церкви Христовой, отдавая всего себя. Вы человек очень искренний. Значит, что вы готовы всегда идти на передовую, чтобы защищать свое отечество родное, чтобы оно было верным православной Церкви, канонической церкви, не суррогатом каким-то, а именно той церкви, которая дает нашей земле подлинную благодать. Пусть вас Господь укрепляет, умудряет. Примите эту святую просвору как символ нашей любви к вам и нашей братской любви к вам.